Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, мы продолжаем Юпи-Пси-Хо. Я повторюсь, что ты не расслышал, Пси-Хо. Никаких Псайко, никаких Сайко, Сасайко-Масайко, ничего вот этого, именно Пси-Хо. Короче, у нас вроде как сейчас по заданию нужно найти голову Синтра. Рабочую, неповрежденную, незадамаженную, обычную. В комментариях написали, да я и сам, в принципе, про это более-менее помнил. У нас появился костюм. Костюм дьявола, с помощью которого мы сможем, скорее всего, попасть на вечеринку. На собрание. На собрание на восьмом, седьмой это сад. Короче, на каком-то там этаже. Сейчас узнаем, на каком. Узнаем по-любому. Уже точно не на седьмом. Уже точно не на седьмом. Так, спокойно, здесь где-то эта хуета ползает. Вот на. Сейчас и нажму вовремя. Опа, успел. Сдохни. Так, отлично. Минус дамаг, если что, потому что это могло нас задамажить очень сильно. По-моему, либо восьмой, либо девятый. Девятый, наверное, значит, да? Да, девятый. Хорошо. Девятый у нас есть костюм сатаны. Мы его можем, наверное, сейчас надеть. Нет, значит, вот где-то вот тут, наверное, да? Конечно же. Я отойду в угол. Ну да, молодой, успешный. Я оставлю здесь свою одежду и кейс, надеюсь, что никто их не украдет. А кого и нахуй сдались? Так кто тебя сейчас украдет-то? А, здравствуйте, могу я войти? Мистер Дьявол, блядь. Я это, Дьявол. А, да-да, этот Дьявол такой уверенный в себе, успешный Дьявол. Это он, это да, это вот, ну вот 100%. Кто-то Дьявола себе представлял и не видел никогда. Вот это он. Это он 100% похожий. Здрасте. Здравствуйте. Секретарь. Мозг, видишь, мозг у секретаря вылез на лицо. Я здесь ради костюмированной вечеринки? А, Суру-гуру Танака. Выставка «Кровь дьявола. Художник Сугуру Тан...» Ох, это я читаю по-английски, хорошо, на японском. А вы посмеете посмотреть на проклятую картину «Дамы в красном»? Спасибо. Ну, мозг на лицо, я тебе говорю, мозг прям на лицо. Можно я, пожалуйста, пройду? А, в смысле, а где это дают-то мне? Не понял. Я не могу взглянуть свой инвентарь. А, так у тебя его нет, конечно же, у тебя его... Не понял. Девчонки, ну пропустите меня. Так а где картина-то? Какая дама в красном? Куда посмотреть-то? На кого? Чего попялить-то? Может, я... Да, нет, не понял. Сугуру Танака, что за хуйня? Куда нужно смотреть? Что я делал не так? У меня в руке костюм. А, не могу изменить инвентарь. В смысле, нужно отойти. А-а-а! О, как. А, ну так конечно, вот она голова. Синтра! Как я могу тебя отсюда вытащить? Папочка! Чего? Я Брайан, мне пришлось надеть костюм, чтобы попасть сюда. Папочка! Я не знаю, что с ней не так. Я и не вижу, как я могу вытащить ее из этой витрины. Ага. Надо ходить по свету, я понял. Ходим по свету, ищем что куда. Сможем ли мы посмотреть на даму в красном? А где здесь дама в красном? Ты? Нет, ты... Название, он прибывает на место назначения. Это поезд, наверное, или самолет. Окей. Название «Стекло ест мясо». Не, ну а что, может, стекло тупо качается? Нужен белок, желток. Скорлупа. Все это нужно, конечно же, конечно же. Название никто не мог определить его позицию. Ну, потому что слишком много координат на каждую ногу своей пары. И как бы тут поймешь, там же голову нужно было понять. Хуй поймешь. Так, а название древняя лампа. Ну, если это год 2030, то да, эта лампа пиздец какая древняя. Название сокрытое значение чисел.
не могу никаким образом охарактеризовать данное произведение. Никак не... О, кровь дьявола, можно ёбнуть, можно жахнуть. Это красный коктейль. Стоит его выпить? Конечно. На вкус он странный, но похоже, что я восстановил силы. Та ёбана, я их и не тратил же, ну. Другой черный квадрат. Может, он пригодится мне. Вот, это неплохо, кстати. Ага, я никуда не бегу, я понял. Наверное, черный квадрат нужно куда-то постелить, потому что где-то не хватало картины. Где-то конкретно не хватало картины, 100% тебе говорю, я где-то видел. Так, еще одна картина и галерея, вот не хватает картины. Название Оливьер. Оливьер. Вот это вот. Это слишком, так слишком много салата пожрал, нахуй, у тебя ноги выросли. Оливьер. Там баллистический замок. Или замок. Замок, наверное. Хузин, что-то такое. И? Теперь там что-то сверху появилось? Надо взглянуть на даму в красном, если что. Я напомню. Дама в красном. А, еще. Это паук. Вот это паук, 100% паук. А это гусеничка. Новые обожатели. Неплохо. Метод. Чего, блядь? Так, это мы тоже все уже видели, да? Сколько тут всего картин-то? Мы такие видели? Нет, такие не видели. Десятая постройка церкви исцеления. Бладборн, нахуй. Человек справа врет. А от кого не нарисовали? Я откуда знаю, кто-то врет-то? Тут непонятно теперь. Человек справа врет. Ах ты ж пес ебаный, в смысле ты врешь? А сколько тут пролетов-то? Я что-то запутался в них совсем. Человек справа врет. А они оба говорят, что человек справа врет. Так, опять девки. Да, теперь наверх, здесь пойдемте. О, все ясно, вот она, дама в красном. Все понятно, я нашел ее. Он был единственным, кто говорил с ним долгое время. Куда ты пропала-то, ну? Кожа существа была белой. Бля, она куда-то свалила, да? Дальше в другие картины, скорее всего. Так вот она, ты чё? Ай, блядь. Так, стекло есть мясо. А, я прогоняю ее наверх, все, я понял. Мне нужно дотащить ее наверх. О, как. Я буду подходить, чтобы она все выше и выше и выше и выше шла. По пустым квадратам я буду ее гонять, чтобы она пришла в самый последний верхний квадрат. И там-то я ее и поймаю. Там-то я ее схвачу, там-то я дам ей пиздяшек. Как следует ее прокачу. Все понятно. Все понятно, все ясно. Все. Где она? Куда она свалила? Куда она могла свалить? Что за бред? Так, человек справа врет. Человек справа пиздобол. Может быть, она ниже переместилась? Опять здесь, ты посмотри, блядь. Это загадка, это я понял. Как так? Мне, скорее всего, нужно нажимать картины, которые я ни разу не нажимал, да? Тут запутаешься. Давайте я буду нажимать все время левые, а потом, когда они будут повторяться, я буду нажимать уже правые. Хотя я и так, я имею в виду, чтобы точно нажать все картины. Да ты заебала, что не так-то? Ее нужно загнать... А, в правую сторону. Наверное. Из этой картины она перемещается сюда.
То есть теперь, ну, а, правильный порядок нужно теперь в левую. Блять, надо было в правую нажимать опять. Ну, конечно, все, я понял. Нужно найти правильный порядок. И до конца ее догнать, прям до конца, до верха. Смотри, правая. Окей. Кожа существа была белой, я не знаю. Может быть, как-то в названиях картин можно тоже это понять. Теперь, получается, нужно нажать правую. Она переместится еще дальше. Теперь уже не вниз. Да. Сейчас мы этим делом разберемся здесь. Так, значит, она наверху. Или она переместилась вниз. Блять, это обидно. Наверное, неправильный порядок, хотя кто его знает. Ага. Право, право. Давайте лево теперь. Теперь она либо наверху, либо я просрал. А, нет, смотри-ка, выиграл. Да? Удивительно. У меня появляются мурашки каждый раз, как я вижу это. Грех любоваться такой красотой. Вы можете начать. Мне понравилось то, что вы сделали на прошлой неделе. Вы принесли крюки и еще этой вкусной крови. Чего? Ха-ха, действительно. Извиняюсь, я просто шутил. Кстати, кто вы такой? Меня зовут Пастернак. Вы тот любитель вечеринок. Как у вас дела? Вам нравится выставка? Ну, более-менее. А что вам больше всего понравилось? Синтра. Синтра. Вы имеете в виду андроида, не так ли? Подождите секунду. Неси сюда! Вот, да, вот это забираю, нормально. Пойдет, вот это одобряю, да. Это уникальная деталь. Не только потому, что она одна осталась в целости, но и потому, что, судя по серийному номеру, ее сделали самой первой. Она служила образцом для других андроидов. Ее никогда не показывали на публике. Ее нашли пару лет назад. Она пряталась в офисе основателя компании. Лавочка. Ого, ну и сюрприз. Она никогда об этом не говорила. Мне кажется, вы ей нравитесь, Пастернак. Как насчет сделки? Я дам вам андроида, если вы ответите на один вопрос. Какой вопрос? Он немного личный, но очень простой. Хорошо. Я хотел бы знать, ради чего вы это делаете. Что вы имеете в виду? Пожалуйста, не думайте, что это вопрос с подвохом. Мне просто любопытно. Меня удивляют люди с решимостью в глазах, которые готовы на все ради достижения своей цели. Так что вы скажете? Ради чего вы это делаете? Ну, потому что я хочу, чтобы все было правильно. Ну, потому что я хочу прикончить ведьму. Окей, я понимаю. Но то, что вы говорите мне, ваша цель, ваше предназначение. А я спрашиваю вас, зачем вы их это хотите сделать? Зачем вы так стараетесь? Почему вы не спрятались или не сдались? Я не знаю, ясно ли я выражаюсь. Какова ваша мотивация? Ради чего вы делаете это все? А я хуй узнает, зачем мы это делаем. Спасти друзей, потому что он говорил, я не могу отсюда уйти, пока там что-то Кейт хуеет. Друзей я хочу спасти, да? Дружба очень мощная мотивация. В подобные времена мы иногда забываем об этом слове или же лишаем его значения. Не отвечайте мне, если не хотите, но как долго вы были друзьями с этими людьми? По правде, я знаю их всего пару часов. Может, тогда она скорее о вас, а не о них, не так ли? Чего? Может, так кто она? Как чувство, которое вы экстраполировали? Что? Я не понимаю эту фразу. Может, тогда она скорее о вас, а не о них, не так ли? Кто, дружба, что ли? Вы хотите, чтобы эти люди стали вашими друзьями, и поэтому хотите спасти их. Итак, когда вы думаете об этом, то... Итак, когда вы... Блять, как нелогично расположено. Итак, когда вы думаете об этом, то это очень эгоистичная мотивация. О боже, извините меня, я словно заноза в заднице, когда дело доходит до таких вещей. Я не хочу вас осуждать. Я хочу поблагодарить вас за уделенное время, Пастернак. Был рад поговорить с вами. Пожалуйста, возьмите андроида с собой. Если у вас нет нужды оставаться здесь, позвольте вас проводить до выхода. Иногда это место может дезориентировать. Ну проводите, я знаю, куда идти, там вниз нужно.
Я пошел, пока. А, в смысле, я... Ты сам не можешь отсюда уйти, да? Пропал кейс, пизда рулям, злит этот принтер. Видеоклуб Мистерио, офисная вечеринка. Бляха, еще в клуб Мистерио заглянуть и почитать бы эти, как их, кассетки посмотреть. Куда уехала Синтра-то, ебаная? Куда, Синтра, вернись, ты где? А, вот она, все-то, мать твою. Я уж думал, все, с концами. Блин, сейчас бы в видеоклуб Мистерио заглянуть, если честно. Я бы реально посмотрел бы киношки. У нас очень много кассет появилось. Что ж, похоже, что мне больше не нужен этот костюм. Блин, реально, надо зайти в клуб Мистерио. Я не хочу сейчас эту Синтру сдавать. Приятно получить свои вещи обратно. Синтра, пошли. Это у нее такой звук. Ну нет, да что это? Предупреждение о безопасности, кража товаров из Синтра Корп. Я ничего не воровал, прекратите. Прекратите с хуйней страдать. Так, нам нужно на какой? На седьмой этаж. Что это за хуйня? Что это? Не понял я сейчас. Совсем чуть-чуть, ни разу. А что с Синдрой-то? А-а-а, понятно, ясно. Так, все, я иду в клуб Мистерио, если что. И точнее, сохраняться сейчас иду. Я сейчас иду сохраняться, потому что слишком много уже прошло, слишком много понатыкал. Я сохранюсь, схожу в видеоклуб Мистерио. Потому что мало ли что там будет. А потом... Блять. А потом мы, соответственно, это как его... Потом пойдем вставим Синтру в голову. Вот тут месиво происходит, жесть, жесть, месиво-месище. Так, нам сюда нужно подставить коробку, чтобы мы смогли сюда пробраться. У меня коробки, по-моему, были, да. Как уебу сейчас? Ты серьезно, что ли? Ну ты серьезно, что ли? Ну давай посмотреть-то. Почему я не могу здесь использовать коробку? А, это не сюда идет, действительно. А как попасть в видеоклуб Мистерио? Бляха, а на каком монтаже, кстати? Он на седьмом. Блин, а где короткий путь в Мистерио? Я реально не помню. Из туалета у нас путь в сад. Из туалета путь в сад, это 100%. Так, вот седьмой этаж. Я не вижу здесь ничего интересного. Подожди, как же это работает-то? Тут еще выше можно пройти. Это все, это начальство здесь на месте. Пастернак? Ты смог узнать величайший секрет Синтра Корп? Это смысл вопроса. Ты смог узнать? Настоящую личность супер-жабы. Это я, Хьюго. Ты шокирован! Ты этого не ожидал! Я хочу поговорить с тобой. Конечно, можешь рассказать мне свои переживания и предложения. Исполнительный директор всегда рядом, чтобы помочь работникам. Ну? Ты не мог бы слезть со стола? О, что за дурак? Я хочу знать. Стой! Ты еще не напился? Ты говоришь очень обидные вещи, когда напьешься. Это да, он его обидел, бля, вообще не по-пацански. Нет, я не пьян. Я хотел узнать, зачем ты меня оскорблял. Ты мешал мне все это время, куда бы я ни пошел. Что я тебе такого сделал?
Послушай, Брайан, я буду с тобой честен. Я знал, что ты был охотником, и это могло помешать моему повышению. Я пытался пойти легким путем. Я сказал тебе не воспринимать работу всерьез, что ты должен был просто бродить по зданию, как все остальные. Но оказалось, что ты слишком уперто продолжал поиски. Поэтому я пытался убрать тебя с пути. Я не понимаю, как ты связан с ведьмой. Ой, чувак, ты частный детектив, что ли? Успокойся, чувак. Без ведьмы я не смог бы продвинуться так далеко. Я бы подавал ей жертв на блюде, отправлял бы к ней людей, пока это способствует моей цели, конечно. Но как она тебя еще не убила, учитывая, насколько она опасна? Ну, у меня есть пару приемов. Ты слышал о человеке по имени Корва? Он рассказал мне все, что я должен был знать, чтобы поладить с ведьмой. Я видел тело Корва в отравленном бассейне. Ты убил его? Ха-ха-ха! Ты видел, насколько у меня толстый зад? Я никогда бы не смог никого бы убить, Брайан. Это делает ведьма. Не делай такое лицо, я работал ради этого много лет, понимаешь? Я проработал здесь всего день, и все, что ты сделал... Я не могу представить, скольких людей ты погубил за все эти годы. Ты никогда не думаешь ни о ком, кроме себя? Как же все эти люди, что пришли отпраздновать сегодня твой день рождения? Конечно, тебе наплевать. Пошел нахрен отсюда! Я не эгоистичнее тебя. Весь день я видел, как ты совершал поступки только ради себя. Это неправда. Ты пришел сюда, поджав хвост, чтобы я почувствовал себя виноватым. Класс G, бедняжка. Но попасть прямо на пятый этаж в компании мирового уровня... Не моя вина в том, что я принадлежу к низшему классу. Кроме того, компания использует бедных людей вроде меня в качестве наживки для ведьмы. Всех нас! Все в компании наживка, не только ты! Брайан Пастернак. Тебе повезло, что у тебя есть фамилия. Ты знаешь мою фамилию? Я думал, что Хьюго. Хьюго — это не фамилия, это даже не мое имя. Когда ты родился в классе R, они просто дают тебе номер. То, что у людей есть фамилия, это означает, что у них есть семья, они видели своих родителей. Это привилегия. Ты из класса R? Какая тебе разница? Я не знал этого. Потому что я не говорю об этом направо и налево. Однажды ты захочешь выпить чашку кофе со мной, я могу рассказать тебе о всем дерьме в моей жизни с того момента, как я попал сюда. Давай напрямую, Пастернак. Ни у кого нет больше прав растоптать других, чем у меня. Никто в компании не заслуживает эту должность больше, чем я. Никто, Брайан! Что ж, еще что-нибудь? Нет. Отлично, тогда ты уволен. Чего? Несмотря на то, что мы разные, я согласен с тобой, Брайан. Синтрокорп не должна нанимать случайных людей, чтобы они пытались сводить ведьму. И я собираюсь покончить с этим. Меньше, что я могу для тебя сделать, дать тебе приказ об увольнении и отправить тебя домой. Не этого ли ты хотел? Сбежать из кошмара? Да, конечно. Возьми. Вы получили приказ об увольнении. Просто спустись в лобби и выйди отсюда так же, как пришел. Это Ареста. Это типа одна из концовок, да? Ну, здесь концовок, наверное, либо две, либо одна. Сколько у меня бумаги, кстати? 4. У меня есть 4 бумаги, если что. У меня есть 5 бумаг, хорошо. У меня есть 5 бумаг, замечательно. Заперто. То есть у меня есть 5 бумаг. Я могу, по идее, сейчас сохраниться. У себя на 5-м. Как пойти, блядь, в видеоклуб Мистерио? Реально не понимаю. Столько кассет надо было посмотреть. Но он на каком? Он на 7-м этаже, он в архиве, в библиотеке. Как, блядь, там попасть, я не понимаю. Может быть, через... Подожди, где-то писали же в комментариях, что можно попасть, по-моему, из своего этажа. Может быть, из своего кабинета. Где-то должна быть вентиляция туда, наверное. А, во! Ага, окей. Не-не-не, подожди. Да! Отлично, да, отлично. Да, отлично.
Замечательно, просто огонь. Давайте посмотрим фильмицы. Давайте смотреть фильмяшки. Так, а видение? Теперь я более явственно чувствую ее присутствие. Озвучка, блядь. Ебать, артхаус, конечно, жесткий, прям вообще невозможно. Поехали дальше. Уволен. Вот это поворот! Какой внезапный, блядь. Офисная вечеринка. Все тупо в темноте. Вон эта рыжая баба, походу, которая... Да-да-да. Это то, что случилось потом? Или это... Подожди, как когда это было? Это была, наверное, не первая офисная вечеринка, на которой мы были, это была не первая. Мистер Филетто. Мистер Филетто. Мистер Филетто. Мистер Филетто. Мистер Филетто. Мистер Филетто. Что за пиздас? Это 2000 свежий какой-то фильм-то. А это охуенно, да, это согласен. Ладненько, окей. Не, ну мистер Филетто, мне кажется, это шедевр. Вот мистер Филетто, это прям, это да. Мистер Филетто, это то, что нужно было всем. Так, ладно. Ну давайте попробуем тогда сделать концовку с выходом просто, что ли, посмотрим. Я надеюсь, ничего тут не затрется. Просто нужно спуститься вниз и все. А потом попробуем, если получится, опять-таки. Попробуем тогда сделать концовку. Блин, да ну его нахуй. Давайте сначала сделаем нормальную, которую я хочу. Вот эту вот спуститься, голову отдать. А потом уж, если ничего не затрется, то... Ебать! Загрузимся и этот... Сделаем концовку с выходом. Ну а там мало ли сейчас что-то я себе сделаю, и все проебется, все просрется. Типа файлы сохранить за... Опа, как так-то? Вот это поворотец. С-с-с-с. Тут еще один. Да ёбана в рот! Вот для чего здесь ящик-то все это время был. Ну они вроде бьют нормально, но не так, что прям совсем сильно. Уходи! Теперь нужно в ящик пробежать. Хотя можно и до сюда сразу. Нам сейчас главное синтру собрать, остальное не так страшно. Сборная память. Дефрагментация данных или сбор там памяти, что там было. Опасность! Где ты прячешься, дитя? Сок пью, она сказала только что. Я тебя вижу! Проснись, Рэй!
Привет, Синтра, я Брайан. Ты помнишь меня? Брайан. Брайан Пастернак. Ошибка, дефрагментация, ошибка данных. Уходи, Брайан! Как? С тобой что-то не так? Уходи! Уходи, оставь меня в покое! Сейчас въебет ей! Я не уйду! Глава компании. Получено достижение. Эй, отпусти меня. Мы не на свидании или еще где. Извини. Я просто рад тебя снова видеть, Синтра. Стой, ты знаешь, кто я? Меня зовут Пастернак. Конечно, я знаю, кто ты, идиот. И хватит меня звать Синтрой. Так они звали моего отца. Зови меня Рэй. А, хорошо. Я немного запутался. Да, я тоже немного запуталась. Я думаю, что кто-то скопировал мою память и поместил его в робота. Итак, я имею в виду, что ты девушка с фотографией, дочь семьи. Не только. У меня есть доступ к записям с интернет, поэтому я тебя узнала. Нормально. Ого, приятно снова выйти. Наконец-то свобода. Чего грустишь? Я видел ведьму. Она забрала всех моих друзей. Эй, погоди, не всех. Кончай ныть и пошли. Пошли? Куда? Чтобы покончить со всем раз и навсегда. Пойдем поговорим с Дамори. Ты имеешь в виду с ведьмой? Хватит ее так называть. Она столько же ведьма, насколько ты охотник. Но ты знаешь, где она? Конечно, она моя сестра. Она в своей комнате, как обычно. Готов повидаться с ней? Ебать, ну а готов, а чё? Подожди, я... Подлечусь маленько, то мало там сейчас драка будет. Мало ли будут драчули. Сейчас нужно спокойно вот так вот. Все, да, поехали. Я готов, пошли. Давай поторопимся. Сюда, иди за мной. Так, оно само идет, хорошо. Музыка странная, обосраться просто. Итак, ведьма на втором этаже? Там, где мой дом. Точнее, где он был. Так, оно само. Что здесь делают все эти доски? Уебашит, рвет просто голыми руками, смотри. Ты тут жила? Да, наверное. Хотя все немного изменилось. Что-то не так? Я не знаю. Брайан, жди здесь. Я думаю, что мне лучше поговорить с Дамори наедине. Ну, окей, ладно, как хочешь. Здесь есть фотографии семьи Синтра. Все они обуглились и почернели, а также пахнет паленым. Она запечатана, и не могу пройти здесь. Чуть ты не можешь-то. Так, ну нам нужно туда, само собой. Рэй сказала мне ждать здесь. И чё, блядь, до завтра тут будем стоять, что ли? Пойдем отсюда тогда, нахуй. Я уверен, что мы пришли отсюда, но теперь там стена. Сам пил пес. Не пойму, что это значит. Рэй? Ее съели. Она доедает ее, я слышу.
Стена обгорела, как и вся остальная комната. Это пепелище от огромного костра. Кто-то кого-то жует, или мне кажется? Опа. Это символ змеи. Такой же символ находится на ведьминых бумагах. Здесь конец пути. Где может быть Рэй? Если только... Ну, наверное, я могу прыгнуть в воду, хотя я не люблю плавать. Стоит прыгнуть в воду? А чё? Может, я могу зайти немного в нее, лишь по щиколотке и посмотреть? Из этих труб выходят пузырьки. Но мне не нужен воздух, у меня есть контракт, позволяющий дышать под водой. О, да, у меня есть такой. Совершенно верно. Согласен полностью, у меня такой есть. Так, ну-ка. Два карандаша, в смысле, еще убивать кого-то нужно, что ли, будет? Содовая. Так это лабиринт. Подожди, а кто мне дал контракт, дышащий под водой? Это этот как его дал? Когда я прошел повышение за Чепмена. Как его там звали-то, Чепмен? Чепмен, ебать, мистер Чепмен, помню. Это что такое? А, сука, да, я заметил. Я заметил, что там что-то плохое. 100%, сука. Бляха, мина, все, вижу. Если вижу мины, значит правильный путь. Логично, что на правильном пути должны быть мины, чтобы мне мешать пройти. А, блядь. Так, вижу мины, хорошо. Не выебывайся. Да и твою мать! Еще одна кассета! Ну, это уже не к месту. Блин, это прям лабиринт какой-то жесткий. А, сука, ща ударит меня, смотри. Давай, высовывайся. Конечно. Один к что? Кого? Один нинкентроп? Что это такое? Полностью восстанавливает здоровье. Хорош. Неплохо. Ну, типа, оно того стоило. Я такой потратил чуть здоровья, но зато у меня появилась таблетка, которая восстанавливает его полностью. Умно, умно. Справедливо. Согласен, одобряю. Еще карандаш. И мина еще. От, она взорвалась, сука. Меня уже ударило только что. Или нет? Походу, не ударило. Бля, где выход? Это я бы. Ну это да, это лабиринт подводный. Прекрати. Но это уже по-любому концовка сейчас будет. Значит, нужно как-то проскакивать. Сейчас будет больно. Да, будет больно. А что ж поделаешь? А что ж поделаешь? Нужно было сделать так. Фух, зачем я сюда пришел? Это бесконечный лабиринт. Я уверен, что Рэй в полном порядке, а я идиот, прыгнувший в воду. Для меня будет лучше, если я развернусь и уйду тем путем, что пришел сюда. Нет! Кейт, это ты? Чем тут Кейт вообще? Червь? Это, бля, подводные глисты, или это ктулха, это кальмар, сушеный, вот кальмары с пивом продают сушеные, то они точно так же выглядят. Все, это сушеный кальмар к пиву, я тебе 100% говорю. А, бля. Чего? Где я? Это офис? Нет, это невозможно. Моя голова болит. Почему у меня повязка? Вы получили 3 чашки с водой. Кружку с кофе. Батарейка. Ничего интересного. Батарейка. Шоколадка. Еба хорошо. Ну блин, а как же сохраниться-то? Да? 2 ломтика сыра. Так, а хуйня за мной плавает, я понял. А я ей больно, да.
А где это существо укусило тебя? Как это? Как понять, где? Рот? Ты больше не сможешь ничего поднять. Так, все неправильно, да? Я не могу поднимать, серьезно? А, блядь. Я не могу поднимать! Я же что-то должен был увидеть. Глаза, нос, нос. Больше не сможешь надолго задерживать дыхание. Это ко мне не требуется же. Подожди, здесь нужно что-то использовать. Окей, потом скажут, что не можешь ничего, блядь, использовать в принципе, да? Так, ясно, нужно все открывать. Все, только два провода. Вот сложно-то как тут началось все. А, блядь, прошел ты нахер. Чё, нет? Зачем я это делаю вообще? Что я вообще делаю, интересно? Да, блядь, я пытаюсь найти отсюда выход. Это 100% информация. Так, я не понял, сейчас. Может, мне в лифт надо? И чё? Это не путь наружу, Брайан. Она прямо за этой стеной. На твоем месте я бы вышел из лифта как можно быстрее. Хватит убегать, разве ты не охотник? Иди туда и найди 5 подобных неуловимых белых паразитов. Эти паразиты ответственны за заражение всей компании. А, так мне их найти надо специально, что ли? Опа. Что там было сейчас? Уши. Больше не можешь слышать. Гениально, блядь. Мне кажется, это невозможно угадать. Это, наверное, все вранье. Просто развод тупой. Все, пиздец, звука нет, если что. Ага-ага. Глаза там были. Ты больше не увидишь свет. Гениально. Я жив вообще? Нормально. Последний червяк остался, гребаный вот этот вот. Нужно искать внимательно, смотреть. Света нет, звука нет. Ничего нет. Охуительно, вообще нормально, да, мне нравится. Тебе нравится? Прям красиво. Я уебу сейчас к тебе. А реакция все-таки есть. Реакцию тут не отнимешь, как ни крути. Я не вижу червяка, все, конец. Он же должен это быть. Подожди, а он сам меня догоняет или что? Мне кажется, если всмотреться правильно в картинке, то можно было бы заметить, куда, наверное, эта хуйня меня кусает. Хотя я не уверен, что это вообще возможно. Там нарисована какая-то бредятина, блядь. Как это можно понять? Хватит меня блевать. Где может быть последний червяк? Вот в этом, в принципе, районе никто еще не попадался. Только на кнопку. Это я не могу точно использовать, хуйню, нет? Окей. Я не вижу последнего. В тишине это так классно делать, вообще обосраться. О! Здесь очень маленькая дыра, и я не вижу ничего интересного внутри. А, ёбан, ну конечно.
Окей, тоже сам. Оп-оп-оп. Рот. Сын мой, кем ты стал? Мумий? Ведьмин сын. В смысле, блядь, ведьмин сын? Звука нет. Ну тут нельзя было угадать. Видишь, там один вариант оставался, один вариант, и как бы ничего не сделаешь. Теперь я просто буду плавать, и все. Ну там сверху есть свет, я пытаюсь... О! Синтра, ебать. Брайан? Брайан! О, спасибо, да, нормально. Полегче стало. Я думал, это конец. Я уж расстроился. Думал, хуйню какую-то сделал. Ты в порядке? Ты был близок к выходу. Сдулся? Нет, я не знаю. Я попал в ловушку. Сложно объяснить, будто ты стал заложником в ночном кошмаре. Я думал, что... Легко. Я понимаю тебя лучше, чем кто-либо, Брайан. Теперь ты свободен. Девушка? Что? Что это значит? Трупец. Что здесь делает мое тело? Это ты? Невозможно. Записи говорят, что я похоронена в мавзолее с моими родителями. Подожди, это неправда. Что? Я смог попасть на кладбище, и твоя могила была пуста. Сука, да, сука, действительно, сука, сука, сука. Пробежала в голове у нее. Описано. Это не твое тело. В нем до моря. Ты, проклятое чудовище. Я знал, что ты стоишь за всем этим. Я тоже рада тебя видеть. Спасибо, Брайан. Мы не могли бы воссоединиться без тебя. Хватит лезть, куда не просят, и опусти до моря. Она тебе не принадлежит. Забавно, что это говоришь ты. Вы люди, купившие ее, словно она была животным. Напомню тебе, что я была с ней тысячи лет. Я ее единственная настоящая подруга. Это то, что в ней сидело? Ты думаешь, что ты ее подруга? Ха, ты просто украшение, безделушка. Я ее сестра, понимаешь? Ее сестра. Ее сестра, говоришь? Ты такая наивная. Хватит прятаться, объясни мне, почему до моря мое тело. Столько много времени прошло, я не помню. Здесь много что сильно поменялось. О, змеюка ебаная! Это этот ебаный змей вселенский из этого, из Хакири, блядь, Секира. Я вижу, как хорошо ты постаралась. Настолько полной ты становишься. Сука, это смешно, да? Тебе понравилось портить все вокруг тебя? Вы не представляете, насколько. Мне осталось разрушить лишь одну вещь. Посмотрим, что обо всем этом скажет Дамори, когда я ее разбужу. Не смейте подходить к ней. Никогда. Брайан! Брайан! Я понял, я бегу. Разбуди ее! Как? Разбуди Дамори! Колокольчики, бубенчики, яйчики, вот эти нужно позвенеть. Все понятно, все ясно, я охуячу, я все знаю. Конечно! Да шо ты, блядь, звени в колокол-то. Они могут разбудить Дамори, но я должен подойти к ней ближе. А ближе, блядь, это как? Оно меня кидает. О, нормально. О, нормально, все, я здесь. Все, пиздос, Дамори, просыпайся. А ты отхуйнуло знатно, конечно. То есть, короче, настоящая дочь сейчас сидит в роботе,
а ту, которую купили, сидит в теле настоящей дочери. Видал, как все? Эй, сестренка, я не могу остаться и поиграть сегодня с тобой. Мои друзья сегодня пойдут к бассейну. Что такое? Мои друзья пойдут сегодня к бассейну и... Не смотри на меня так, хорошо? Честно, я устала сидеть здесь и играть в куклы. И мне не важно, если папочка рассердится, я больше не ребенок. Да вот смс-ки эти пошли сейчас не вовремя. Что такое? А, из-за этого проснулся, это хуета. Она расстроилась, из нее выползла змея, и всей этой хуйней ее начала. Мэм, то, что вы плачете, разбивает мое сердце. Почему кто-то настолько невинный должен страдать снова и снова? А в конце останешься лишь мы вдвоем. То есть из-за ее каких-то эмоций вот этих вот, типа, когда ее сестра киданула, она решила, что это... Она сильно расстроилась, оживила змею, которая висела у нее на шее все это время. Не будьте такой, госпожа. Я просто хочу вас утешить. Если вы так сильно хотите, чтобы эта девушка стала вашей подругой, то я знаю способ, благодаря которому вы соединитесь навсегда. И в тело загнал ее. Он ее убил, короче. Вам просто нужно использовать свои силы, госпожа. Он убил, короче, Рэй и засунул в нее Дамури. Ебать, Рэй и Брайант, понял? Прости, сестренка, я дура. Я не знала, что я ранила твои чувства. Подожди секунду, тогда... Семья никогда не жгла ведьму. Вместо этого они сожгли тебя, Рэй. Это уже не важно, Брайан. Важно то, что мы снова вместе, и что этого больше не случится. Нет, это важно. Все еще надо сделать кое-что важное. Что ты имеешь в виду? Вернуть все на места, и с помощью Дамори, возможно, мы сможем это сделать. Блях, Юга этим недоволен, наверное. Пастернак, ты все еще здесь? Я думал о том, что ты сказал мне раньше. И я думаю, что я понял, в чем твоя проблема. В чем моя проблема? О чем ты говоришь? Опять серия идет, хуй пойми сколько, да? Кьюга, ты трус. Правда? Я? А кто ж тогда ты? Я не такой. Ха! У меня нет проблем с тем, чтобы признать, что я напуган или что я не могу что-то сделать. Я не прячусь за маской. Я доверяю другим. И они помогают мне достигнуть то, что мне казалось невыполнимым. Как скажешь, Брайан, у тебя есть сила дружбы. Ну какой тебе от нее прок? Я король мира, а как насчет тебя? Я разобрался с ведьмой. Что? Поздравляю. Тогда контракт можно считать выполненным, и ты медленно получишь премию в 20 тысяч кредитов. Стой. Сначала я хочу, чтобы ты встретился с моим другом. Привет, Хьюго. Я надеялся тебя встретить. Это Рэй Синтра, наследница семьи. По законам компании у нее есть право стать исполнительным директором Синтракорп. О чем ты говоришь? Этого не может быть. Ты не встанешь на моем пути, Брайан. Девушка давно исчезла. Если бы это была действительно она, то она была бы гораздо старше. Как ты собираешься это доказать? Ну... Эй, ты, спускайся оттуда! Она тут по отпечаткам жопы, судя по всему. Рэй Синтра. Ты видел это? Компания меня узнает. Теперь она моя, мистер Лягушка. Это какое-то заклятие. Извини, Хьюго, но это правда. Погоди, стой. Мы можем договориться. О чем ты говоришь? Какая сделка? Ну, мы могли бы... Никакой сделки.
Уволен! Ква-ква-ква! Уволен! И бах, Юга психует. Она ведьма! Бля, это ножик! Ножик этот пластиковый! Кинжал! Она ведьма! Я не ведьма, идиот! Но моя сестра, да. Бля, она и назад пропадет, в смысле? Какого домори-то? Какого домори тут происходит? Она теперь в ней? Чего? Что ж, наконец-то все кончилось. У меня есть приказ об увольнении, я могу покинуть этот дурдом и пойти домой. Мои родители не поверят во все то, что приключилось со мной. Подожди, а ты можешь не ходить-то? Я не вернусь туда. Лифт не работает. Все, да? То есть я мог свалить, а мог не... Подожди, ну как это мне как-то это... Что-то я не понял. Они нормальные сейчас станут управлять компанией-то, все дела или что? Концовка назад домой. Есть только одна вещь, которую я не могу выбросить из головы. Что случилось с моими коллегами? Я хотел попрощаться со всеми, особенно с Кейт. А чё? Он ушел? Ну, типа, конец. Он хотел с вами прощаться, но он не хотел туда возвращаться. А где с ними можно было прощаться? На втором этаже? Они там все мертвы были. Может, там в каком-нибудь другом развитии событий? Или еще что-то? Ну, не исключено. Не исключено, что как-то там нужно было по-другому куда-то идти. Или сворачивать, поворачивать. Тогда бы можно было поговорить с этими, как его, с друзьями, особенно с Кейт. Или можно было уйти по контракту там в самом начале этой заварушки всей. Но это нужно загружаться и смотреть. Я на самом деле, вот, знаешь, я не хочу. Я не хочу, потому что, я так понимаю, здесь концовка не одна. Это одна. Одна, как минимум, можно было уйти от Хьюга. Еще где-то можно прощаться с друзьями. Еще можно где-то, наверное, не прощаться с друзьями или что-то типа того. Но это, короче, очень много концовок получается. Уж не знаю, где там какие сюжетные повороты, развилки и прочее, 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 но чтобы до них дойти, судя по всему. Эй, эта ванна воняет дерьмом, не так ли? Думаю, что я знаю его причину. Взгляни на это. Эй, ты отброс. Да, ты. Может, ты хоть иногда будешь мыться и переодеваться? Ты воняешь. Мистер Хьюго. Это что сейчас было? Это что сейчас было? Я что-то сейчас не понял. Это задел на вторую часть или... Не знаю. Ну, как по мне, наверное, это не самая хорошая концовка, но уж концовка какая есть, собственно. Я, честно, не понял, что случилось, но я так понял, что они поменялись местами. Ведьма вошла в синтру, в робота,
Рэй вернулась обратно назад. Или, короче говоря, ведьма прикидывалась тупо тем, что она, этот, как его, тем, что она на самом деле Рэй, а Рэй на самом деле была заморожена. Короче, нас либо наебали, либо нет. Я не понял. Но, скорее всего, нас наебали, потому что эта концовка была какая-то смешная, и убили человека, и никому не было грустно. И было что-то как-то вообще непонятно. Короче, как-то так. Скорее всего, в этой игре есть другие концовки. Но смотреть мы их не будем, потому что... Я так понимаю, что это очень сложно, наверное. Другие какие-то повороты сюжетные, что-то еще, что-то где-то нужно сделать. Я видел в комментариях, например, что у кого-то не появлялась этот поп, из могилы не вылазил там на кладбище, потому что, типа, как-то... Ну, как бы, скорее всего, все это делается на протяжении целой игры, а это очень сложно и очень долго. На этом, собственно, мы закончим. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. Хорошая игра, мне понравилась. На самом деле, классная игра с сюжетом. Но как-то все это все-таки не так глобально получилось, как ожидалось. Что-то хотелось как-то мощнее, что ли. Как-то, знаешь, хотелось вот из такого, чтобы вылезло вот такое вот. А в итоге из такого, ну, вылезло вот такое. Ну, как-то ладно. Ладно, собственно, все. Я все сказал, да? Всем до встречи. Всем пока. Раньше здесь был мат.